Дорогие друзья, уважаемые преподаватели, дети, родители. Вот уже 22-й год в стенах этой школы проходит городской конкурс юных композиторов «Планета музыки». И в этом году этот конкурс по счету 16-й. Сегодня в конкурсе принимает участие 23 участника. У нас 3 возрастные группы. И пройдут они без перерыва. То есть в течение 1,5 часов сначала мы прослушаем всех участников, потом жюри удалится на совещание, и в 13 часов будет объявление результатов. Итак, я поздравляю всех с открытием конкурса, объявляю этот конкурс открытым. Желаю всем участникам успешного выступления. И теперь разрешите, пожалуйста, представить наше жюри. Председатель жюри, доцент кафедры теории музыки и композиции Саратовской консерватории имени Леонида Витальевича Собинова, член Союза композиторов Российской Федерации, участник программ Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, лауреат международных конкурсов Мишле Владимир Станиславович. Члены жюри. Преподаватель Саратовского областного колледжа искусств, заместитель председателя Саратовской региональной композиторской организации, член Союза композиторов России Дороднов Игорь Николаевич. Старший преподаватель Саратовской государственной консерватории имени Леонида Витальевича Собинова, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России Субботин Иван Александрович. И теперь мы переходим к прослушиванию участников конкурса. Первая возрастная группа. Басков Иван. Вальс для скрипки и фортепиано. Исполнители. Партия скрипки автор. Концертмейстер Галина Геннадьевна Корнетова. Thank you.
Веденеев Степан. Пьеса для флейты и фортепиано. Призыв. Исполнители. Партия флейты. Автор. Концертмейстер Юрий Владимирович Масин. Thank you.
Иван Инютин. Пьеса для фортепиано «Осенний марафон». Исполняет автор. Лубожева Елизавета. Три пьесы для фортепиано. Распускающиеся тюльпаны. Маленький вальс. Танец мотыльков. Исполняет автор. Thank you.
Павел Мироед. Вальс для гитары. Исполняет автор. Марина Пилипенко. Весенняя песенка для фортепиано. Исполняет автор. Поварова Полина. Две пьесы для фортепиано. Ам-ням, детектив, полет снежинки. Исполняет автор. Thank you.
Мария Фетисова. Три пьесы для фортепиано. «Сорок шмелей», «На заре» и «Танец жуков». Исполняет автор. Thank you.
Марина Федорова. Две пьесы для фортепиано. Грусть лягушечка. Исполняет автор.